Беспечность потрясающая, лающая на нашу безалаберность двойную. Решетки на дверях, на окнах жалюзи, но снова три теракта, вновь тонуя. Пробиты неприкрытые лопатки, засорены мне сонные глаза и мысли, до которых бесы падки, и некому как лучше подсказать. Прогляда нет за прошлые ошибки, за отношение к родным и к самым ближним. В библейском незаконные порубки очередной лавиной след обрывает лыжный. Беспечность обеспечила провал, курган могильный на авось насыплет. Беду не обошел и смерть теперь права, где ворон на авось горланит сыто. Наш распорядок дня всегда один, болезнь, недомогание, не помеха. Без утренней молитвы свой ум не оскотинь, без чтения Библии в уме уже прореха. Все делать напряженно, по уму, душа, чтоб не хромала, не волочила ноги. Сам на себя пример дневной хомут, сам за собой следи придирчиво и строго. На шалости детей так просто не смотри, беспечно и лукаво ухмыляясь. Не будь как неотесанный кретин, халатность истреби, сотри просчетов кляксы. Бодрствуй и молись, Христос есть путь и жизнь. Предупреди пожары воровство. Легко сорваться и скатиться вниз в нерасторжимое с беспечностью родство. Мы в этой жизни, как на сковородке, беспечность допекает и саднит до крови. Губы подбери, будь мужественным, кротким. Делами истины прославим Иегову. 9 сентября 2004 года.